сегодня 5 ноября 2018 года. До этого уже было 3 заморозка. Температура опускалась ниже 4 градусов. Вот смотрим, как выглядит виноградник на данный период времени. Листва еще не опала, а обрезку уже надо начинать и делать обработку и укладывать виноградные лозы под зиму. Вот здесь для пробы я оставил одну гроздочку винограда. Плевен белый, или, так сказать, плевен устойчивый. Насколько он устойчивый, давайте посмотрим. Ягода не вымерзла, вот хорошая, хорошо держится. Давайте проверим по вкусу еще. По вкусу даже после мороза она стала как бы чуть-чуть послаже, повкуснее. Но ягода полноценно, свойств своих виноград не потерял. Так что плевен устойчивый, действительно устойчивый, который выдержит температуру даже минус 4. Что необходимо проделать сейчас на винограднике, прежде чем делать обрезку? Как видим, лист еще остался. Необходимо все листочки оборвать. Лучше их оборвать, когда поутру, когда влажные они листья, потому что когда солнце будет и сухой лист будет, он будет хрупко ломаться и плохо будет он срываться. А влажный он хорошо срывается. Срываем эти листья все. Вот еще, оказывается, одна гроздочка была оставлена. И везде вот так срываем листья, и потом буду начинать делать обрезку виноградных лоз. Возможно, это видео будет полезным для тех, кто ищет поздние сорта винограда и не знает, какой выбрать из них. Кто желает получать известия о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи, всего доброго, до свидания.